Омская область занимает первое место по количеству природных пожаров в Сибири. С начала года в лесах зафиксировано 417 возгораний. Огонь уничтожил 9500 гектаров омских лесов. Для сравнения, площадь сопоставима с территорией Пятигорска или Йошкар-Олы. В Омской авиалесохране отмечают, ландшафтные пожары нередко переходят на населенные пункты. В этом году пострадало 6 деревень и сел в Большереченском, Крутинском, Колосовском, Тарском и Тюкалинском районах. Сгорело 60 строений, более 20 из них – жилые дома.